Друзья, всем привет. Тут у нас, как всегда, водопой. Люся облизывается. Да тихонько, чуть не подскользнулась. Что? Морду обтрусила. Пойдем дальше. Рудик уже впереди планеты всей, уже за Машкой погнался. Я сейчас вам покажу, какой он круглый. Только что опять ел. Так, проследил за собакином. Рудик. Ну-ка, постойте, любезные, на месте. Смотрите, какой он круглый. Вот это ж такую пузяку наел. Кушай, кушай, кися, тебе полезно. Молодой растущий организм. Погнали. Ваня, а ты идешь? Ты ж тоже только что покушала. Покушала. Только и знаешь, что спят, едят. И все. Че, Кисюня? Задумался. О, и здесь, смотрите, цветет клубника наша. Так, Машу увидел. Машу погонял чуть-чуть. Так, так, кто там еще у нас? А, Люся увидел. А Люся не прочь поиграться тоже. Ну-ка, Люся. Готовится, готовится. Застыли в ожидании. Погнали. Люся, дама возрастная. Ну, тоже не прочь поиграться. Хвост на месте не стоит. Живет своей жизнью. 1860 грамм. Вот это морда рыжая весит. Только что взвешивали. Поднял. Ну, такой тяжеленький. Думаю, надо взвесить. А! Да, кабанчик. Так, его ж достать еще, да? Ищет, ищет. Пошли, погуляем. Все потихонечку. Видоизменяется. Сняли крышу. Сетку сняли с теплицы. Так, что у нас там? Ну, немножко выросла. И на том спасибо. Грибли, выгребали. Тут тоже покопано все. Лучок оставили. Будем еще клевать потихонечку. Яишенку там, в борщик всякий, супчик. Зелененький лучок. В общем, как-то все вот так. Во, урожай какой. Отвезем маме. Полюбляет горбузячую кашу. Сладенькую такую, с ванилькой. А если на молоке, вообще. Объедение просто. О! Нашел Машу, увидел. Ну, что-то резко тормознул. У него такие лапы задние, как галифе у него. И носится... Иди сюда, Кисюня. Ага, попробуй поймай. Морда, морда игручая такая. Ты зачем трубу грызешь, ты? Ну, ты труба, да, и трубой будем играться. Краник погрызть. Белка. Ладно, друзья, пусть тут занимается. Пойдемте. Пройдемся на озеро. У нас по вторникам вывозят мусор. Раньше был контейнер. Теперь контейнера нету, куда-то делся. И мы выставляем в кульках, в пакетах за двор. И едет машина, собирает. И вот с некоторых пор беда с собаками. Собаки соседские, они не привязаны. Да и не только соседские, разрывают эти пакеты. Надо там, есть там что-то, они малейший запах какой-то оставшейся пищи. Они его разрывают. И потом мне пришла в голову идеальная идея. После того, как мусор выставили, ну, какие облака красивые. Вернее, после того, как мы мусор подготовили, немного
поливаем уксусом. Обыкновенным уксусом. Столовым. И все. И пакет целый. Отбивает запах. Вернее, желание у собак разорвать пакет. А потом же мышь его и собираем, когда не рвут его. Вот такие вот у нас истории. У, какое небо. Тучи какие. Там грядет небольшое похолодание. Сегодня опять около 16 градусов тепла было. Ух, как красиво. Смотрите, какой закат. Не такой, как в Лос-Анджелесе. Меня поймут. Да, друзья, сегодня у моей подписчицы день рождения. Зовут ее Любовь. Хочу поздравить ее, пожелать всего самого хорошего. Всего того, что она сама себе пожелает. Чтоб все сбывалось. С днем рождения, Люба. Так. Пойдем соберем коту. Ой, до кучи. Скользко, оказывается. Ой, аж заходить не хочется. Слушайте, тут так хорошо, а. Просто обалденно. Ветра нету. Тепло. Ну, надо. Надо идти собаке каши. Доваритель уже выключить, сварилась. Собаку покормить, коты и так едят все время. У них нету недостатка в пище и в воде. В общем, друзья, пойдем в дом. Всем хорошей, тихой, мирной ночи. Всем всего самого-самого наилучшего. Остаемся на связи, друзья. Всем-всем пока.